Качельный матч получился. Давайте начнем с комментариев по игре. Ну да, тяжело было сегодня входить в игру. Как бы, такой сумбур был первый период. Хорошо, что выиграли, да, как бы, ну, забили свои моменты, голы. Третий период расслабились, так можно сказать. И, ну, хорошо, что довели дело до победы. Спасибо болельщикам, да, сегодня пришли нас поддержать. Спасибо им большое. Сумбур можно отнести к небольшой паузе, потому что Виктор Николаевич отмечал, что там были браки в передачах. Все-таки все это связано, эта небольшая пауза между играми, игровой ритм потерян? Ну, я думаю, да. Но все равно за нас одни не играли, поэтому первый период сегодня такой был, да, можно сказать, втягивающий. А что все-таки стало сегодня ключевым в этой победе, такой непростой, потому что такие догонялки просто получились? Где мы были лучше соперника? Не знаю. В реализации момента. Выбили на одну шайбу больше. Классически. Вы много блокируете в течение сезона, и сегодня в том числе много раз вам пролетало, как самочувствие, как состояние, потому что пришлось даже вам площадку покинуть. Нормально, слава богу, живой. Да, все хорошо, как бы это. Ну, не знаю, шайба сама меня находит, поэтому все нормально. Получается, вы теперь магнитный такой, магнит для шайб? Мистер Магнит, что ли? Я стараюсь просто выбрать позицию, чтобы она в меня попала. Иногда получается, иногда нет.